Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. С вами Юлия Мишек. Всем привет! Сегодня у нас теннис. Теннис, вебка и все. На этом мы закончим. В общем, фишка в том, что мы вернулись с тенниса, о котором уже рассказывали. Если не посмотрели раньше, посмотрите обязательно. Ролик был уже, говорили. Да. Но здесь будем махать прям в реале. Да, прикольный. Поэтому есть режим здесь. Убирайте Луиджи, я хочу им. Стоп, всё, я буду всем. Розалин, естественно, это мое альтер-эго. В кооперативе опять с ботами будем фигарить клевые миссии. Всё. Да, интересный режим здесь есть. Тут помимо того, что вы можете с реальными игроками бороться за кубок, вы можете друг с другом, так еще и вот есть такие режимы, где можно даже с боссом сразиться. Да уж, в общем, фишка в том, что мы должны будем уничтожать этих замечательных скромняк и получать монеты. Вот. Давай, видишь, удар этого чувачка, потом. Я есть еще Розалин, ну да, все. Поняли. Мишка Луиджи. Вторая Юля. Все, поехали, сейчас мой бросок. Так. Шпум! По роже кому. Так, Юля, для меня. Хороший, о, видал, да, ты шибанула знатно. Тут можно и навесом, короче. По бочке, по рылу кому-то. Юля тут, по-моему, всех убьет сейчас. Я, короче, выбила себе... Выбила! Чё, я косанул. Супершарик и, блин, причем можно, смотрите, дубина. Можно вот так махнуть. Бум! По камере там. О, блин! Мимо кассы. Я это, отвлеклась. И у нас сейчас время кончится. Мы пойдем. Ну, мы набрали. Мы там нужно, видишь, 100. И с каждым разом все как бы хуже и хуже будет. Все, сейчас разминаемся, подготавливаемся. Причем мне нравится, я очень... Я не знаю, как подготавливаются эти теннисисты. Очень много в этой игре провел вот чисто вот так, одним махом, играя с противником. Да. Нужно научиться это уметь делать. То есть вовремя там замахнул и, блин, что-то у меня плохо удар получился. Ну, ничего страшного. Нормоз. А цветочек, интересно, что делает. А грипп, он, ой, допустим, вот, когда вы подбираете, он... Поздновато, но да, молодец. Цветочек. Смотри, какое прикольное усиление. А... Бум. И я оно не на мне закончилось. Ну, а так. Почему у меня-то его нет? Ой, слушай, ай да Юля, ай да молодец. Всех расшибли. Короче, если я никак не говорю, грипп, он превращает ваш маленький теннисный шар в огромный. А их можно использовать, я набрал. На бы надо жать, Миша. Трындец. Я понял, сейчас использую, сейчас вам дам. Смотри, использую этот грипп. Ну только я мог просрать его, ну на самом деле. Так, я сбила как бы. Сейчас я грипп еще использую. А, я использовал растение. Бомба. О, слушай, а прикольный бонус. Я только сейчас узнаю, что это... Бомба! Мы до этого пробовали. Да я... Мы пробовали уже 100 лет назад. Бомба! Бабац! Ну, неплохо. О, ключ! А что он даст? А он открывает, видишь? У нас лихорадка, что ли? А тут можно этот делать? Ну, типа, вот смотри, так, навес. У нас накопилась лихорадка, да? Так. Мы сейчас будем просто как сумасшедшие. Сейчас я бомбу, короче, им... Все фигачим. Творить. Я тоже бомбу. Блин. Вот. Бомбу. А, блин, я пропустил. Пробумбурумбумбум. Так, давай, промахнулась. Я один мах. Ну ладно, давай. Все, нормоз. А, нет, все равно. Мне вот он. Так. Подачи. Не забываем бонус использовать. Я там не знаю, меня видно. О, жесть. Это можно угореть. Трэш. Ключ такой. Взяли? Блин. Во. Ну, нужно... нормоз, блин. Ай, блин, я как бы смотрелся, но это не, неплохо. Бабла подняла. Фу, блин, я же волосы в рот лезли. О, это бандит. Типа босс? Сейчас будем больше. А я могу реально? Стоп. Сейчас я попробую. Надо, ну, типа... слушай, одновременно. Блин, ну чё, блин, ж ты, промахнулся. Пёс? Есть. Увернулся от нас. Ай, Миш, убьёшь прости. Меня сейчас. Бомбочка? Ой, блин, надо её отбивать. Быстрее. Него, я отбила. Эй. Юля свою работу выполнила. Слушай, здесь 200 надо заработать. Сейчас он перепрыгнет, скорее всего. Причем, ай, чем, блин, сильнее, да, вы затягиваете, тем мощнее удар. Все, бомбы пошли. Отбиваю. Ну, я хотя бы от себя отбиваю. Блин, ну я тоже вся. Все, у нас Дон Пипон его вынес. 120. И... Ого! Иначе я такая, мы не прошли, думаю, мы иначе капец. Все. Хана. Приехали, так. Следующая локация. Давай. Я! Как в этом? Размялись. Все. Мы поменялись местами. А, да, кстати, я третий теперь. Все, отлично. Я первая. Так, нужно аккуратно. Грибочек. Причем а слушай, всем я подбираю, дается, да, и вот я хотела сказать. О, Дон Пипон хорошо ударил. Так, так сейчас, ну, я грибочком бахну. Бум! Ну так. Хотя бы по толпе. И такой удар. Прям. Ну что-то. Так, я по. Как-то не удалось. Слушай. Да блин! Кубик, кубик!
что не так? Блин! Со мной, что пошло не так? Ребята, не получилось. Не получилось! Они такие, ну все, чао. Осталось-то, на самом деле, чуть-чуть. Ну, 6-й, 7-й, 8-й уровень. Г-разряд да. Это. Все ясно. Давно. Ну, кстати, да, здесь действительно не все так просто пройти. Но можно другую игру выбрать. Причем здесь есть как кооператив, так и соревнования. Мы сейчас будем охоту это на была... лбу разве... совместно. Ну, как сказать разве? Мы просрали свое, так и нормально. Нет, для меня это была разве. Я все, Луиджи, я, кстати, могу костюмчик выбрать. Сейчас я выберу. Слушай, классический. А может быть мне... Дайте, я возьму, короче. Ну, здесь можешь силу взять. Так, ну я выберу персонажа. Я выберу супер цветок. Цветок, хорошо. Да. Так, ну здесь нам объясняют, как чего я делать. Я готова. Все. Здесь немножко по-другому нужно действовать уже. Это другая игра, можно сказать. Так, ну а также нужно набрать определенное количество очков. Бум! О! Так. Мы как в этом Luigi Mansion оказались. Mm-hmm. Ого! Блин, я не успел, потому что мы уже все сейчас выполнили. Точнее, мы... Блин, что-то я слабовато. Хорош, Ю. Ай, да я, это молодец. Единственное, до сих пор все равно. Все, отлично. Не всегда понимаю, ну, вроде когда бьет? Типа... Ну нет, я как вроде ударить? Делаю как бы правильно, но оно как бы летит не туда, куда мне надо. А, это от тайминга зависит. Вове, да... Раньше бьешь, супер, он туда прям улетает. Позже бьешь, он в другую сторону. Короче, дофига здесь нюансов тонкости на самом есть деле. Ну и, конечно, может быть, какие-то, блин, я вообще рад. Четко прям, я четко сделал вообще. Подстраховал так, слушай, свою тиму. Нужно аккуратно, нам 200 очков нужно набить. Так. Блин, я бил, куда уже все ударили. Да. Так, ждем новый удар. А можно надо... как-то? Есть, я потом тоже ударил. Четко, все сбили. Молодцы, сейчас новую партию придурку дадут. Так. А потом Юль! Накапливается еще лихорадка, ну да, нормально да, да. Успела. Блин, а я... Вот, ну... Кстати, у нас почти накопилось. Все, мы прошли уже на следующий этап. А... Куда он сдриснул? Я что-то тоже не понял, ладно. Сейчас а, лихорадка, все. Это, отлично. Хорош. Ну, правда, пошла. Она нам сейчас все, не готовься. Нужна, да? Ну, в принципе, да, но она может потом пригодиться, как спасательная. Так. Блин, так я промахнулся. Блин, теперь на другую сторону, наоборот. У меня так. Все в одну. Все, почти. У меня все одно. Блин, рано. В да что такого? Ну ладно, его разгромили. Справились. Молодцы, справляемся. Фух, жесть, сложная игра на самом деле. Все, готовься. Так. Отлично. Сейчас я должен приготовиться. Все, сбил. Сейчас ты. Готовься, сейчас будешь ты. 5 секунд. Но мы уже yes. прошли, нам не страшно. Yes. Все. Ну, давали бы за то, что ты, типа, плюсы нарабатываешь. Юль, я не знаю, может, и дают что-то. Я же не могу сказать точно. А то мы сейчас такие все силы потратили, а потом как задохлики будем. Ну, вы есть еще помните, что Юля цветочек гигантский, а Миша Луиджи. Да. Потому что сейчас поменялись местами. Взмах. Ух, ёп. Да, кстати, здесь еще по верхним цели нужно попадать, Юля, это по-другому удар делается. Как? Вот только я не помню, то ли вот так, не, не так, не, удар вот, вот так. Ну сейчас они спустились, так, да? Вот, видишь, вверх, да, как бы вот так. Угу, все. Типа, ну, вот так, сверху вниз, махнуть. Как бы. Так, ну хотя бы, неплохо я бомбанул. Поздно, поздно, долго тянул. Я хотела просто так четко сделать. Все, последний. Не успеешь. Все. О, пошли с предметами. Так. Побыстрее тут нужно. Я максимально быстро. Все, отлично. Видишь, деньги за них зарабатываем. На этих предметах. Так. Блин, я помахну. Блин, я махнул не очень хорошо. О! Неплохо махнул. Надо еще этих, видишь? Да ё, ну что с Юля, соберись, блин, сам. Ты что-то. О, я вообще мимо. Молоко. Ну все вот хоть в этот раз попал. Блин, предметы мешаются. Ничего, нормально. Держимся. Фу! Хороший всю свою удар. Линию сбил. Четко. Так, ну четко. Я неплохо сделал. О, хороший. 2 осталось. Сейчас ну я... попадите, пожалуйста, попадите. Во, Юль, вся надежда. Ну блин, ну вся надежда не на меня, а не на мою вещь. Все. Сейчас лихорадка. Лихорадка. Будет. О, мы так сейчас что набьем. Лихорадка это тот шанс, чтобы да, вы могли добить. Не проиграть. Типа бонус ваш. Все, ну тут прям часто надо бить. Блин, чересчур. Блин, вы что, ребят?
Мы так сейчас проиграем. Так, нужно было не так здесь. О, Миша! Ничего, все нормально. Ну, почти... Он еще, видишь, он вверх летит. Да. О, хорошо. Ребят, мы сейчас так это скукурузимся. Да, у нас еще 15 секунд. Все нормально, все нормально. У нас еще 15 секунд до конца. Хоть или хорошо. Сейчас не главное это. Попасть. Да сейчас в одного хотя бы попадем и проход будет. Все, пропуск обеспечен. Ясно. Yes. Ура. Мне еще нравится цветом, блин, ну это вообще. Что-то я это. Хорош. Боузер все сделал. Все, прошли. Все, дальше. Но я не помню, сколько здесь этих вот таких этапов. Намахаешься тут, я могу сказать. Жесть. Жаренга, могу сказать. Напоминаем, ребят, если хотите мы опять еще показать, ну, точнее, мы покажем еще веб. Да, короче, пофиг, я забыл свою мысль. Хотел сказать, просто еще много чего можно с камеры показать. Ой, поэтому, если хотите, пишите, дайте знать. Все нормально. Вот это удар был. 600 бюлячков. Я надеюсь, что никто не заметил. Ты промахнулся? Да. Вот сейчас тот момент был. Сейчас я его разнесу. Блин, он исчез. Видишь, на табор ржет, он деньги крадут. Понимаешь, нас из кармана деньги забирают. Мы сейчас все пропукаем. Давайте мне сейчас так лупану. Так, хорошо, я этих сбил. Молодец, сбил, Юля. Купа, ну. Так, отлично. Давай, давай. Все, отлично. Yes. 600 надо набрать. Нифига, надо... у нас лихорадка будет, я уверена. 60 секунд. Это очень мало. Мы сейчас пропукаем. Нифига. Все, отлично. Отлично, плюс но 10. Не лихорадка. Сейчас так, на ход. Вот этих на верхних ход, надо. На блин, я что-то ударил, у меня. Ох, я успела. Как сейчас вот они опустятся. Расскажи... Вот да так, нет. Как бы. Верхних ну, вот так. Уже. Сейчас я бью. Да? А все бью. Мирочный, блин. Ну, я попала. Так, сейчас попробую вот так. Ага, сейчас. Давайте, я готов. Вызываем. Высылаем. Блин, а чё? Блин, ну ладно, может все равно хоть кого-нибудь собью там. Молодцы. Все, лихорадка. Нужно как следует постараться. Так. Нужно раньше бить, если вот так. В эту сторону. Блин, вот сейчас Юля как... Да ёлки. Да чё, надо раньше бить, походу. Блин, надо... Тут надо еще, как сказать, подстроиться, да он же передвигается. Жесть. Так. Блин, вот. Я вообще попал, блин, блин я все у меня сбилось. Ай, ну... Слушай, я не знаю, как... Жесть. Так, хорошо, неплохо. Все. Сотку сот. Надо. За 17 секунд мы не выбьем. Я точно не могу сказать. Все, это хана. Тем жесть. Более, чем дальше, тем хуй. Ой. Блин. Слушай, я не знаю, я... как вот вверх-то? Да... Ну вот вовремя, блин, я думала, они сейчас не опустятся. Все, ну, пожалуйста. Все. Сегодня, ну слушай, здесь на самом деле не так просто это все выполнить. Согласна. Но нам остался еще третий уровень так-то. Но Б разряд это очень неплохо. Согласна. Игра и подразумевает, что вы сами себя приходите, успокаиваем, и приходите, да? Чтобы прожить все-таки нормально. Все. Но, как сказать... Не каждому дано быть первой ракеткой мира. Да уж, точно. В общем, ребят, что хотели, показали. Да. Мне кажется, игруха эти режимы офигенная. Крутые. Там еще, конечно, можно против друг друга просто помахать. Но мне кажется, это поинтереснее. Ну, может, и до того доберемся. Ладно, короче, всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.